Уникальную возможность абсолютно бесплатно попасть на юбилейное супершоу «Легенды ретро-ФМ» подарила популярная радиостанция. Розыгрыш билетов для ретро-ФМ уже стал традиционным. В этот раз победителя ждет юбилейное красочное представление. Кто из участников акции сможет его посетить, узнала наша съемочная группа. Единственный в России музыкальный фестиваль, объединяющий звезд 70-х, 80-х и 90-х, отмечает свой юбилей. А саратовские слушатели ретро-ФМ готовятся выиграть билеты на незабываемое шоу. В ресторане «Местечко» определяют победителя среди тех, кто правильно ответил на вопросы викторины. В этом году стать участником розыгрыша возможно было с помощью победы в игре «Счастливый билет», которая проходила, естественно, на ретро-ФМ 104.3, конечно же, в прямом эфире с 15 по 25 ноября в дневной вечерний Феличите. Счастливый билет в этом году – это пропуск на юбилейное супершоу «Легенда ретро-ФМ» в Олимпийском. Розыгрыш билетов на легендарное шоу «Ретро-ФМ» проводит ежегодно. Он стал уже доброй традицией для всех слушателей популярной радиостанции. Хочу поблагодарить радиослушателей за преданность и верность. Розыгрыш оплаченной путевки на двоих на концерт «Легенда ретро-ФМ» мы проводим вот уже 10-й год подряд. Этот год для нас юбилей. Подарки от спонсоров приготовили для всех участников юбилейного розыгрыша. А главный приз – поездка на двоих в Москву на шоу «Легенды ретро-ФМ». Победителя определяет жребий. Вот он. Вот сейчас мы узнаем. Номер два. Номер два. Татьяна уже 6 раз участвовала в викторине и не теряла надежды когда-нибудь увидеть вживую исполнителей любимого радио. Теперь мечта осуществится. Хотя выиграть, признается победительница, было нелегко. Очень большая конкуренция, звонков очень много. Вот, и вопросы тоже сложные. Понервничала. Уже 13 декабря все слушатели популярного радио соберутся на юбилейное шоу. Легенда ретро-ФМ по традиции встретится в спорткомплексе «Олимпийский». Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.